Из книги «Открытым оком», 11 том, тема «Лапкин книги», вопрос 2443. Так как ваши книги не воспринимают из-за вашего имени, то может пожертвовать тем, чтобы не писать свою фамилию, а как другие делают, написать псевдоним, чтобы взяли книги и прочитали во спасение душ. Для всех сделаться всем, чтобы спасти хотя бы немногих, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне это не подходит, так как я не нахожу, чтобы под псевдонимом писал кто-либо из пророков или апостолов. Сегодня служители ТРЕП ненавидят меня, но ситуация будет изменена, когда я уйду, и тогда уже имя мое будет работать на книге, и даже под моим именем будут выпускать материалы. 2 Фессалоникийцам 2:2. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного.